В Государственном собрании Ил-Тумен состоялась пресс-конференция на тему предстоящего первого съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики. Депутаты озвучили, что с сегодняшнего дня уже начались мероприятия в рамках съезда. Более 500 депутатов наслежных и районных советов в эти дни собираются в Якутске. Работа съезда запланирована на 29-30 марта. Одним из важных итогов съезда должно стать поднятие статуса депутатов поселений и упорядочение работы районных советов. Вопросы имущественного земельного комплекса. Конечно, вопросы развития территории, тут и жилищное строительство, жилищно-коммунальная сфера, дорожно-транспортная сфера, значит, культуры, значит, физкультуры и спорта. То, что, конечно, в основном вот эти вопросы, которые должны решать на местном уровне власти.